Здравствуйте, в эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Как контролируется выполнение муниципальных контрактов по вопросам благоустройства и экологии? Какие нарушения фиксируются при уборке города в зимнее время? И куда обращаться, если дороги не чистят? Об этом говорим сегодня. в нашей студии директор муниципального бюджетного учреждения «Дорожное хозяйство» Сергей Курносов. Ваши вопросы задавайте по телефону 202 11 22, Звоните. Здравствуйте, Сергей Петрович. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Основные направления деятельности предприятия, которые вы возглавляете, какие? Ну, наверное, для того, чтобы говорить о деятельности и направлениях, ну, хочется сказать немножко истории. А, наше учреждение создано в 2010 году, и вот на протяжении вот уже 5 лет уже больше, а, ну, вот, трудится на благо города, а, работает постоянно рядом с департаментом городского хозяйства, экологии и выполняет все поставленные задачи. А задач у нас много. Мы осуществляем контроль качества и объемов работ, которые выполняются по муниципальным контрактам. Uh -huh. То есть, ну, это вопрос такой достаточно обширный. Но только в области да. благоустройства и экологии. Вот если контракт касается вот этих двух сфер тогда вы контролируете да функции да, надзора да, это это даже не функции надзора это функции контроля mm -hmm. это а, осуществляется именно специалистами им который если говорить вообще о порядке где закрепляется за каждым работником конкретный объект он туда выезжает он проверяет Uh -huh. как выполняется, а выезжает он систематически, все это отражает в своих документах, а у него и, они есть и определены, ä, порядком. И ä, если есть какие-то замечания, отражает, выдает предписание и отслеживает, чтобы эти предписания выполнялись срок проводит повторно проверки и в конечном итоге имеет достаточно большие полномочия, угу. что он может даже остановить работу какого-то подрядчика Если до, качество, да, до устранения каких-то угу. замечаний. Вот чтобы понять конкретно, чем вы занимаетесь, по итогам 2015 года вот скажите, что, какая работа была проделана? Ну, у нас 2015 год, он начался не только тем что мы занимались а, только а, контролем за муниципальными контрактами мы а, и начали этот год с того что мы весной а, проверили огромное количество объектов гарантийных объектов которые выполнялись в предыдущем ранее. году ранее мы сегодня говорим о том что все работы, которые сегодня выполняются в городе, они должны иметь гарантийный да, срок. Конечно. То есть а, мы должны а, нацеливать подрядчика на то, чтобы он более качественно угу. выполнял свою работу, не доставал потом деньги из кармана да. дополнительно, чтобы устранять эти замечания каждый год. Он должен выполнить работу один раз качественно и а, на протяжении всего срока только вместе с нами выезжать и свидетельствовать, что работа uh -huh. выполнена качественно. А это касается и ремонта дорог. Вот очень много нареканий и вообще внимания приковано именно к дорогам. И кажется, вот каждый год все это ремонтируется, ремонтируется, наступает весна и опять эти эти ямы, лужи и так далее. Вы, вы это тоже контролируете? Да, мы, конечно, контролируем. И я, как говорил, мы отслеживаем не только выполнение контракта, то есть тогда, когда люди работают, и мы проверяем качество выполняемых uh -huh. работ, но ну, и мы смотрим, как они были выполнены ранее, и если необходимость возникает, мы привлекаем для того, чтобы они переделывали uh -huh. и устраняли, чтобы сократить затраты бюджета. Почему так? такая э, ситуация да. в городе. Ну, несколько причин. Первое, ну, много говорилось об этом, что очень длительный промежуток времени дороги не ремонтировались. Mm -hmm. Они просто, ну, в пожарном уже... порядке, да, да, в пожарном порядке э, пытались, ну, где-то как-то локально выходить из положения. Ямочный ремонт. Вот, на самом деле, такое понятие у нас не существует. Есть ремонт Назовем его текущий, капитальный и так далее. Но в любом случае, этот ремонт, который, на который уровень сегодня мы вышли, это ремонт, конечно, уже серьезный. Вкладываются огромные деньги. Здесь, как вы знаете, идет большое софинансирование областного да. бюджета. И поэтому уже ремонт, который, как мы называли, карточный ремонт, то есть небольшими картами, угу. там, протяженностью... Там, больше 100 метров, там до 100 метров погонных. Теперь это могут быть такие большие участки улиц, а в основном мы их даже делаем все. это улицы, вы же помните, это и Победа, это и Тухачевского, угу. вокруг нас да, все. Да. Коммунистическая. Да много улиц, я перечислять не буду. И вот как раз этот, эти улицы, они из года в год делаются, и мы за ними следим, продолжаем У -у -у. следить. У -у -у. Это наша функция. Понятно, вот эти, значит, участки делаются, ремонтируются. Качество заливаемой смеси вы можете проверить. У вас есть для этого да, технические да, возможности? Безусловно. Это Это же нужно в лаборатории, потому что многие сетуют и предполагают, что вот зальют не, непонятно чем и это что тут же вот это все вываливается ну, из этих вот же ям. на самом деле, конечно, вопрос очень важный, очень важный, и вот этим важным вопросом у нас в МБУ занимается. Такой важный отдел, как отдел качества строительных материалов. То есть у нас есть лаборатория, испытательная лаборатория. Кстати, я хочу сказать, что она создана еще была в 2002 году. Mm -hmm. Еще вот ныне первым э, заместителем главы города Василенко Владимиром Андреевичем. И вот она до сих пор с каждым годом у нас все более оснащается. И сегодня э, ну, она достаточно крепко стоит на ногах. И она сегодня имеет аккредитацию и мы можем практически выполнять любые испытания дорожных материалов и не только mm -hmm. дорожных строительных материалов в том числе и поэтому мы с вами э, видим что в городе когда ведутся работы выезжают люди бригада одета правильных людей э, в оранжевой жилетке и с какими-то с каким-то оборудованием так. сверли это вы, дырки. Это вы не ваш, видели ваши это, сотрудники? да? Как да, это, как думала, как думала, наши. <свят> Все это, это наши сотрудники, которые выезжают. Они выезжают вместе с подрядчиком. Мы осуществляем уже конкретно качество самого материала. Вот это, есть, это очень да, важно. Да, то есть да. мы вот взяли, отобрали, угу. э, упаковали. Проба. Да, пробу угу. вот это, э, значит, ее маркером записали когда, какого числа, откуда, и отправляем. Mm -hmm. Там проводится уже на месте, э, в стационарных условиях, испытания на различные их свойства, и потом рождается протокол. И уже этот протокол является основанием, а качественно эта работа выполнена или mm -hmm. нет. Вот у нас по 2015 году, скажу на память, 11% таких испытаний мы забраковали. То ну, есть это мы, хороший показатель, да, то есть потому что мы нашли... Мы, да. заставили, мы mm -hmm. заставили того нерадивого подрядчика mm -hmm. э, переделать эту работу для того, чтобы в конечном итоге деньги на ветер бюджетные не разбрасывать. И я скажу, что, и в общем-то, достаточно серьезная сумма была э, сэкономлена в бюджете за счет того, что мы по окончании вот 2015 года не приняли достаточно много mm -hmm. работы. Вот вы сказали про гарантийные сроки, а какие они вот, если касаться вот, да, да, вот ремонтных у нас, дорожных а, работ? Ремонт. У в последнее время мы много работ ведем, вот допустим, по вот этому ямочному ремонту mm -hmm. большими картами. Но это уже не ямочный ремонт, это уже большой протяженный mm -hmm. ремонт. Там у нас гарантии а, два года. Если мы за, заходим на большой ремонт, там у нас гарантии пять лет. И поэтому Теперь mm -hmm. есть надежда на то, что, ну, невыгодно плохо да, делать. Вот, Надо делать да, понятно. хорошо. Ну, у вас а, существует сезонность в работе. То есть летом это одни проверки, проблемы, зимой другие. Сегодня во время снегопадов горожане столкнулись с, с проблемой нерасчищенных дорог, там, тротуаров и так далее. У вас какая зона ответственности? Вот вы на всей территории за что отвечаете? За какие... вот? Ну да, действительно. Точки. Сегодня вот конкретно а, наши специалисты, они занимаются именно а, контролем да. за зимним содержанием У -у. автомобильных дорог. Ну это автомобильные дороги, прилегающие всей территории, ну скажем так, от красных линий, то есть от одного дома для, до другого дома, вот этот весь участок, это все подконтролен нашему угу. МБУ. То есть наши специалисты выезжают, проверяют, как расчищается снег, как он вывозится, сколько раз идут проходы техники, используются ли вот эти противогололедные, противогололедные эти, да, вот эти. реагенты. Угу. Вот, Если использовать, то как там... То есть мы пытаемся контролировать все, чтобы Подрядчик выполнял все свои условия. Нарушения, по которые вы успели уже зафиксировать за вот этот вот зим, зимний да, вот такой конечно. сезон, да, конечно, нарушения Здесь, как, как есть. Какие? Да, ну вот вы знаете, после каждого снегопада мы видим на улице очень часто картину, в основном наши э, подрядчики в ночное время работают, потому что да. большое угу. большое скопление э, техники, машин и не представляется возможность качественно сделать. То есть пройти можно, но это такая неэффективная работа поэтому в основном выходит ночью и наши специалисты тоже вынуждены выйти ночью и проверить mm -hmm. как это делается вот как замечание то есть прочистили тротуар но и прочистили не на всю ширину вывозили снег оставили кучи mm -hmm. э, допустим в день но ну, не успели мы тоже конечно понимаем бывает ситуации но Входить в положение это не наша задача. Наша задача заставить, чтобы люди выполняли все так, как надо. Mm -hmm. Много, конечно, вопросов связаны и с тем, что где-то тоже недостаточно расчищены посадочные площадки под общественный транспорт остановки. Вот такие они, они в они основном однотипные замечания, поэтому. Мы уже достаточное количество выписали э, предписаний в этом месяце, хотя вот год -то только начался, да. вот. Поэтому вот так вот. Угу. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Куда можно обратиться в случае, если не производится очистка дороги. Но я хочу сообщить, что у нас на протяжении эфира выходит телефон диспетчера, который отвечает вот по, за вопросы благоустройства. Я так понимаю, что туда вот и нужно звонить. Да, да? это телефон, и... да, Татьяна. Я ну, хотел поясните, а, пояснить, пожалуйста. что это телефон, это телефон нашей диспетчерской службы, которая... А записывать все э, замечания, которые поступают, обращения от жителей, и потом по компетенции передается э, соответствующим э, службам. Угу. Поэтому по каким-то серьезным случаям надо звонить. Виталий, что происходит в случае, если подрядчик не выполнит выданное ему предписание? Понятно, что вы выдаете предписание, а дальше что? Да, вот мы выдали предписание. В этом предписании мы оговариваем срок в течение которого эти замечания должны быть устранены. После этого окончания срока наш работник выезжает вместе с подрядчиком и, значит, проводит обследование этого участка выполнено или не выполнено. Если не выполнено, при каких-то, ну, очень объективных условиях может быть продлен срок, но чаще всего мы отметку делаем для себя о том, что здесь было не выполнено в срок, мы э, при визировании потом выполнения этого подрядчика мы учитываем его недоработку и, и происходит mm -hmm. снижение ему оплаты за выполненную работу. Mm -hmm. Это вот. вот что касается, наверное, зимы. Yeah. Э, с э, летним содержанием, с ремонтными работами там еще более жестче. Там все мерится. Измерили геометрию допустим той же карты при ремонте дороги. И если она соответствует, да, мы тут все фиксируем. Толщину асфальта, бетонного покрытия, протоколом и так далее. То есть здесь все тоже точно mm -hmm. так же. Вот когда мы говорим о вопросах благоустройства и проблемах, очень многие, то, что ближе вот к каждому человеку, это дворы. Вот вы имеете отношение контроля за ситуацией, которая в зимнее время происходит во дворах? Вы как-то можете повлиять вот на жалобу отреагировать от жильцов, что вот у них ни и, и машина не проедет и люди из подъезда не выйдут. Значит, я хотел пояснить, что э, ему дорожное хозяйство, оно вообще осуществляет всю свою деятельность на основании заданий, которые нам выдает департамент городского mm -hmm. хозяйства. И э, муниципальные контракты, они все в основном касаются улично-дорожной сети. А дворовые территории это полномочия управляющих uh -huh. компаний ТСЖ, поэтому они несут всю ответственность за, за то, как своевременно расчищаются эти территории. Вот. Но я хотел бы просто дополнить. Э, зрителям будет, наверное, интересно, что э, администрации города очень большую э, работу проводит для того чтобы благоустраивать дворовые территории да. вот здесь вот уже департамент городского хозяйства он уже большую лепту в это вносит то есть мы ежегодно по программе двор в котором мы живем осуществляет благоустройство дворовых территорий там же проводится ремонт вот этих внутриквартальных проездов и в целом э, потихоньку, медленно, но уверенно мы все дворовые территории в городе, а мы должны привести в порядок. Угу. А сколько специалистов? Вот вы занимаетесь контролем, и сеть у нас уличная очень широкая, э, очень большая, у вас сколько специалистов, да, которые будут выименовывать? У нас, и в общем-то, достаточно, э, достаточно количество специалистов в МБУ, это 30 человек. Вот. То есть у нас 5 отделов которые по направлениям работают. Вот как мы уже с вами говорили, одно направление ⁇ это у нас содержание угу. дорог, второе ⁇ ремонт дорог, третье ⁇ это э, контроль за э, мероприятиями по экологии, и даже еще и захватываем э, вопросы организации уличного движения. Угу. Это вот вопросы, знаете, разметки, ограждения. Uh -huh, светофорного да, да, да. хозяйства. Мы видим, что каждый год все перекрестки да, да. Э, ограждаются, появляются новые светофоры. И за этим вот тоже люди uh -huh. следят. Uh -huh. А вы, вот чтобы с, это было вы уже столько образом. лет работаете, вот пять. Вы видите позитивную тенденцию, что контракты муниципальные лучше, э, эффективнее выполняются, что больше контроля, что лучше результат? Вот вы чувствуете эту тенденцию? Да, очень в сильно И, чувствую. Вот это действительно происходит на глазах, когда мы начинали осуществлять контроль, или время было другое, mm -hmm. или люди были такие недостаточно ответственные. Ну, конечно, не все. Но в целом с каждым годом видно, насколько ответственно люди подходят к выполнению контрактов насколько они двигаются вперед и в части оснащения техникой дорожно-строительной. Mm -hmm, да. И вы посмотрите, у нас МП благоустройство, сколько за последнее время было приобретено техники для расчистки города. То есть люди, они растут не только профессионализмом, но они еще мощью растут да, свои. Да, да. И поэтому, когда мы говорим «Москва», Столица, да, завалила снегом и как там, как да, сколько, сколько тысяч техники. техники удивительно слышать И эти когда техники, мы да. говорим, что у нас вышло 300 единиц там техники, но ну, я так примерно uh -huh. говорю, да, и практически справляется с задачей, вы видите в этом году, несмотря на обильные снегопады, в общем-то uh -huh. город. Но сейчас и, я не слышала, стал. что требования к управляющим компаниям изменится, что они должны в своем арсенале иметь больше да, единиц. Да, вот, да. у... вот Владимир Андреевич уборочный. Василенко, он наш первый зам, он сегодня прямо ставит задачи и говорит, что сегодня настало время. Уже не ссылаться там только на дворников, потому что время Конечно. другое. У да. нас огромные большие современные дворовые территории, которые там лопат угу, ничего не угу. сделаешь. То есть должна быть обязательная техника. Нормативы сегодня готовятся и будут доведены до управляющих компаний, как обязательные условия. Сергей Петрович, следующий вопрос поселок Мехзавод. Э Квартал 5, дом 6. Уборка снега очень плохо проходит в нашем дворе, сообщает Юрий Яковлевич. Вот как реагировать на такие сигналы? Вот если... Куда обращаться, Юрий ну, Яковлевич? На самом деле, да, вариантов несколько. Первый вариант. Есть всегда район. Сегодня, вы знаете, администрациям района, в целом району, передается очень большие полномочия. Они уже переданы это да. сегодня орган местного угу. самоуправления больше депутатов поэтому стало... да поэтому э, большую часть вопросов по оперативному, по оперативному реагированию должны падать на сам район а уже э, департаменты, администрации заниматься более стратегическими задачами. Поэтому вот сегодня нужно обратиться в район. Или в управляющую компанию, наверное, можно, которая обслуживает Можно сразу в управляющую компанию. Mm -hmm. Но я так понимаю, что люди, наверное, уже имеют опыт mm -hmm. обращения mm -hmm. туда и э, отрицательный mm -hmm. результат. Mm -hmm. Поэтому надо обратиться в район. Понятно. Понятно, что все дороги сразу не расчистят. Э, невозможно, сколько бы ни было техники и людей. Есть какие-то приоритеты? или такие вот главные дороги, которые будут расчищаться при сильном снегопаде в первую очередь. Вот как вы ориентируетесь? Да, вы знаете. Что а, контролируете в первую ведь, очередь? А, у нас город большой и а, улицы все разные и интенсивность движения. А, у нас есть центр города, у нас есть а, окраины и у нас а, все улицы в городе они разделены на так называемые категории. Ну, я не буду говорить там какие-то категории 2А, 2Б. Uh -huh. Это сделано для того, чтобы потом э, оплату производить в соответствии с объемом работ, выполняемых на этих улицах. Uh -huh. Безусловно, чем выше категории, то есть там 2А, там, 2Б, то есть там больше закладывается кратность расчистки, то есть более uh -huh. тщательная уборка. А более э, меньшей категории, то есть наоборот туда 3-4... Это те улицы, которым достается меньше. Ну, достается не из-за того, что мы не хотим, а из-за того, что все-таки еще недостаточно средств городского бюджета для того, чтобы охватить вот так, как мы бы хотели все. А вы знаете, у нас есть и безымянка, да. и частный сектор. Где и ну, освещение-то да, освещение еще недостаточно. Много вот, мы даже иногда там в, зим, в ночное время, как мы всегда работу проводим, мы не можем там проводить работу, потому что освещение недостаточно. Можно там еще бед наделать, да. кого-то задеть, машину ли какую-то иметь неприятность. Вот такая территория мехзавода. Второй вопрос уже с этой территории приходит поселок Мехзавод снег у нас не вывозит. Кто отвечает за Мехзавод? Почему реагентами у нас не посыпают межквартальные дороги? Ну вот этот вопрос как раз, наверное, мы можем взять на карандаш. Почему? Да, Потому да, что есть обратный адрес. Да, мы обязательно у -у -у. отработаем его. То есть здесь безусловно нужно будет э, выехать с подрядчиком, проверить. У нас есть возможность, она очень, очень легко мы проверяем. Есть журнал. У, у тех людей, кто занимается этими работами, они должны у себя фиксировать. Мы проедем, проверим. Uh -huh. Если они действительно не работают так, как положено, они не получат деньги, это точно. Понятно. Второе направление вашей работы – это экология, не менее важное, скажу. И сейчас к вопросам экологии очень большое внимание приковано. Какие э -э, контракты муниципальные вообще у нас заключаются в этом? Отношений. И что вы контролируете? Какие сферы курируете? Вот если говорить по 2015 году, ну они как бы они из года в год в большей части перетекают эти, эти контракты. Это контракты по а, уборке правого берега Волги. Вот. У нас есть все необходимые средства для того, чтобы добраться на тот берег. А -а -а пройти, пройти а весь... левый кто? Как у нас Левый, безусловно, тоже наш, потому что есть еще и контракты за пляжами. Вот Это же пляжи муниципальные, мы здесь тоже отслеживаем как производится уборка, когда как своевременно заводится, помните, песок перед началом пляжного сезона. Ну, справедливости ради лучшей ситуации, и вот контейнеры Лет, смотрите, у нас там и скамейки, и ножки-то можно помыть. Ну, да, уже да, да, да. Видно, так согласна с вами. двигаемся, да. Да. И еще, вот, э, очень в свое время, э, значит, звучала громко тема «безнадзорные животные». Вы это тоже контролируете? Это же тоже муниципальный да, контракт, да. как я у понимаю. Нас, да? вот у нас есть конкретный специалист, который э, этот контракт ведет. Uh -huh. То есть он с теми людьми, которые занимаются отловом от этих безнадзорных животных, он с ними выезжает и отслеживает. Ну, не очень, как бы даже хочется об этом говорить, потому что, ну, бывает, это те животные, которые мы просто уже и собираем. В любом случае. Мы видим, что картина в целом в городе uh -huh. меняется, что безнадзорных животных меньше. Ну, наверное, в большей части мы говорим про собак, наверное, uh -huh. которые да, в какой-то склад... период с тайми гуляют по городу. Мы видим заметно, что за этим город следит. Должным образом я так Ну, считаю. тема, конечно, все равно неоднозначно. Здесь я думаю, что нужно сотрудничать и с общественниками, и с защитниками психологов. Вот, каждая заявочка отрабатывается. Каждая. Вот район очень тщательно за этим следит. Напрямую в департамент У -у -у. приходят заявки. Каждая заявка отрабатывается. И практически, когда решается вопрос оплатить за да. эту работу, пока не будет подтверждение э, документами угу. пока не будет подтверждено районом не получит денег от, а привлекаете общественность к своей работе потому что ну нужны глаза и уши вот когда при контроле потому что всего не увидишь конечно, не проконтролируешь. Вот, вы знаете удивительно но как всегда наши доблестные пенсионеры они впереди планеты всей мы вот приходим во двор дворовую территорию в летний период идет ремонт у нас обязательно будет человек, который у нас там уже <с наши глаза и уши. Мы же приезжаем, осуществляем контроль свой выборочно. Мы же не можем круглосуточно там быть. Мы приехали, проверили, уехали. А люди находятся все время там. Они нам или при приезде на место э, рассказывают угу. о своих замечаниях или нам звонят, потому что мы когда приходим говорим угу. кто старший во дворе, вот телефон наш, имейте в виду мы с вами ВКонтакте. они рады, этому. да это очень они важно, рады, да, они рады, они чувствуют да. свою нужность угу. и как бы это идет на пользу делу. Следующий вопрос. Солнечная 27, 149 школа, построили дорогу, тротуары хорошие, а снега на них много. Кто отвечает за это, когда почистить, ведь школьники ходят, а им до школы идти неудобно. Вот территории пришко пришкольные, как говорится, придомовые, а это пришкольные. Кто контролирует? Ну, вы знаете, у нас ведь... Бывает не только зима, у нас еще бывает весна и лето, когда, вы знаете, мы все дружно выходим на субботники, на городские и очень активно уже убираем все вместе город. Речь идет и о том же снеге. Сегодня, конечно, прилегающие территории к школам в пределах, там, ну я не скажем, тех же тротуаров. Так по-простому, это зона ответственности uh -huh. школ. но школы. Но мы же да. тоже понимаем, что у них не хватает ни техники, у них нет, но есть какие-то у них люди, которые могут uh -huh. с лопатой пройти, тут вход прочистить своевременно. Поэтому, большей частью, наверное, здесь лишь дома, управляющие компании, то есть те, кто уже могут, работая рядом, немного помогать. А мы всегда знаем, что это во все времена были, что всегда школам, детсадам, больницам, всем вот этим социальным объектам всегда все помогали. Mm -hmm. Поэтому я думаю, что здесь, конечно, несмотря на ответственность, нужно посмотреть просто, как помочь этой школе. Да. Еще хочется разобраться вот ваша функция и ответственность, вот зона и мера ответственности за то, что... Вы же такой контроль качества. А вдруг вот и вы что-то упустили. Вот вы какой ответственность за все-таки за невыполнение, за некачественное выполнение муниципального ну, контроля. Тут, несете? наверное, секрета большого нет. Город, наверное, слышит о том, что на протяжении последних лет очень много проводилось различных проверок в адрес департамента городского хозяйства по различным там, заводились различные уголовные дела были какие-то подозреваемые и все. Вот а, всегда, когда приходили с этой проверкой, в первую очередь начинали всегда с МБУ Дорожное хозяйство, с тех специалистов, mm -hmm. которые эти работы принимали. Mm -hmm. Поэтому здесь ведь кроме качества еще и количество главной роли имеет. То есть сколько квадратных метров, mm -hmm. сколько погонных метров. Действительно так или нет? Mm -hmm. И я вам скажу к чести, такого еще не было ни раз чтобы... Действительно, там кого-то поймали и сказали, вот ты сделал, ты мошенник, ты ä, участник вот какого-то mm -hmm. ну процесса. Это... Поэтому <связывается> уголовность серьезная, уголовность ответственная. <связывается> да, ответственность серьезная. Еще один адрес прочитаю, чтобы просто люди знали, что непорядок. Улица Садовая от Полевой заканчивая Красноармейской плохо чистит. Вот тоже еще один для контроля пунктик, можно так да, сказать. Я, я, что... я согласен, мы mm -hmm. давайте тоже это а, для себя пометим и обязательно проверим, как, каким образом, своевременно и своевременно, свое если требуется, мы замечание обязательно дадим. Ну что ж, наш эфир заканчивается. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали о функциях контроля, которые действительно важны. Потому что можно вкладывать бесконечно много денег, и если работа будет выполнена качественно, то это ни к чему хорошему и не приведет. Спасибо за вашу работу и ответственность. Спасибо, Спасибо вам за внимание, Все активность. Всего хорошего. До свидания. До свидания.